находиться вдали от городского шума и суеты, наслаждаться природой, но в то же время пользоваться всеми благами цивилизации и использовать свое время наиболее эффективно. Это возможно, лишь преодолев глобальные проблемы современности, такие как перенаселение городов, загрязнение экологии, исторически устаревшая инфраструктура. Линейные города Юни-Сити позволяют сочетать здоровую среду с высоким уровнем комфорта и транспортной доступности, открывая путь к образу жизни будущего. Строительство поселений нового типа осуществляется в логике смарт-сити, в котором земля принадлежит пешеходам и растениям. Основа линейного города — пешеходные кластеры с малоэтажной застройкой. Дома с зелеными крышами — это энергетически независимые системы, которые обеспечивают жителей электроэнергией, теплом и продуктами питания. Каждый кластер рассчитан таким образом, чтобы комфортно разместить на своей территории до 5000 жителей и имеет одну или несколько реликтовых солнечных биоэлектростанций. Биоэлектростанции, параллельно с выработкой энергии, способны производить до 50 тысяч тонн плодородного гумуса в год из отходов угля и сланцев. Эта продукция очень востребована в мире и может стать ключевым элементом развития колоссального экспортного потенциала любой территории. Отличительный элемент каждого кластера линейного города — здание доминанта многоцелевого назначения со встроенной станцией транспортной системы Unitsky String Technologies. При необходимости эти системы могут связать кластер с городом, вблизи которого он будет построен, и предоставить высокую транспортную доступность, а также обеспечить интегрированность в существующую инфраструктуру. Энергетические, информационные и прочие коммуникации могут быть размещены в корпусе струнных рельсов, ноу-хау которых защищено патентами компании-разработчика. В настоящее время технологии, входящие в состав линейных городов Юни-Сити, реализованы на территории исследовательских центров в Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратах. Построены и успешно эксплуатируются 6 типов инновационных зданий. Возведено 6 типов воздушных коммуникационных эстакад и более 10 принципиально разных моделей пассажирского и грузового подвижного состава. Все виды созданного транспорта имеют необходимую сертификацию, либо находятся на стадии ее получения. Линейные города Юни-Сити способны стать мощным инновационным драйвером развития экономики на основе внедрения природных технологий в производственной, жилой и транспортной инфраструктуре, энергетике и сельском хозяйстве. В будущем линейные города будут иметь протяженность десятки, сотни и даже тысячи километров. Они гармонично впишутся в любой существующий природный ландшафт, сохранят региональную и глобальную экосистемы, позволят эффективно осваивать отдаленные и труднодоступные территории, задавая новый стандарт расселения, соответствующий вызовам 21 века.